Привет! Ренегейт Синема, наше радио и главный рок-клуб России Stadium Life с радостью представляют вам долгожданных гостей из славного города Санкт-Петербург. Сегодня состоится одно из самых масштабных выступлений за всю историю этого легендарного коллектива. Кто-то говорит ему, что он дьявол, кто-то говорит, что он пророк, но мы не собираемся спорить с вами. Встречайте, Илья Черт и Пилот. Кто-то говорит мне, что я дьявол, кто-то говорит, что я пророк. Но я не собираюсь спорить с вами, я просто играю рок. Йоханга, мальчишки и девчонки. Добрый вечер, дамы и господа. Добро пожаловать на нашу рок-дискотеку. И рада тобой я так гулял, так дождь на вливой. И кто-то говорит мне, что я дьявол, кто-то говорит, что я пророк. Но я не собираюсь спорить с вами, мы просто играем в рок. Голос услышать за меня, голос услышать. Не задавиться ни слов, хочется выжить. Нет ни опоры, ни сна, только вершины. Так человеком найти в сердце машины. Вы все знаете, что у нас в начале августа, ну, большинство из вас знает, что мы сегодня выступаем перед вами вчетвером, потому что пятый участник группы покинул эту планету в начале августа этого года. И сейчас мы хотели бы вам показать совершенно новый нами сделанный видеоклип на песню, музыку, которую он написал. И это оказалась последняя песня, которую он записал буквально за неделю до смерти на студии. Мы посвящаем эту песню нашему другу, гитаристу Вите Бострокову. Спасибо.